Данное видео предоставлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Сейчас мы выполним задание Lesson 44, урок 44, Exercise 4, упражнение 4. Составь предложение из этих слов. Первое. Has Nick cut a? Нужно поставить слова в правильном порядке для того, чтобы получить предложение. Nick has a cat. Переведем это предложение. У Ника есть кот. Второе. Big is cat fat his end. Должно получиться предложение. His cat is big and fat. His cat is big and fat. Его кот большой и толстый. Третье. Pig a swim can. Вопросительное предложение. Can a pig swim? Can a pig swim? Свинья может плавать? Четвертое. Gray is pig and not. Отрицательное предложение. Ann's pig is not gray. Свинья Анны не серая. И последнее, пятое. Seven has pants red team. Team has seven red pants. У Тима есть 7 красных ручек. Задание выполнено. Если вам понравилось наше видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если есть вопросы, предложения или пожелания, пожалуйста, подписывайтесь на наши группы в социальных сетях.